Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель», у студії Маргарита Шубукова. Добрий день. У гэты дні в Гомельской області проходить місячник по добропорядку ненаселених пунктів і наведенні порядку на землі. Виніки праці по гэтым накірунку закликаны оцаніць обласныя рабочыя групы. З праверкамі комісії накіраваны ва ўсе куткі в області. Адным з першых яны наведалі Мазырскі район. Яшчэ ў пачатку года гэта воінскае пахаванне ў Мазыры толькі умоўна называлася вечным агнём. Сюды падаваўся дарагі звадкаваны газы, таму агонь запальвалі толькі па святах. На сёння да кургана славы падведзены прыродны газ, што для гарадскога бюджэта абыходзіцца ў два разы танней. Цяпер ачах тут ніколі не згасае. Пераканалася ў гэтым і рабочая група аблвыканкама. На этом не останавливаюсь, есть задумки ещё и на будущий год, поэтому будем там тоже продолжать работать. За счёт средств районного субботника приобрели несколько аттракционов. Парк заменили старые, вот, провели много мероприятий по благоустройству, установили архитектурные формы. Я думаю, что жителями города это по достоинству оценено. Гэты дом был побудован в 70-х годах минулого стагодия, однако свой узрост ён не выдае. У гэтым годе тут адрамонтовали дах, подвальное помешкание, лесвичные пляцовки, заменили лифты. И такими обновками у Мазыры могут похвалиться жыхары прикладно еще полсотни домов. О, большие разницы. Хорошо, хорошо сделали. Старались. Что доделать, где еще крыльцо сделать, где очень хорошо. Очень довольны. Балконы уже утеплили, мне примерно утеплили. Сегодня в Мазырском районе 92 населенные пункты. В этом году все яны были обсталеваны контейнерными пляцовками. Организованы централизованный вывоз коммунальных отходов. Их доставляют на эту станцию. После подороже по линии сортования недавние отходы уже в выгляде сыровины отправляются на перепроцовку. Парадку и прыгажосці региону додали и малые архитектурные формы. В этом году их установлено прикладно 1500. Сярод же масштабных проектов будаўніцтва дитячого саду на 300 мест, добраупарадкаванне набярэжнай и реконструкция помника архитектуры минулого стагодия будинка драмтеатра. А кроме того, до конца года будет введено в эксплуатацию в училище Олимпийского резерву. Мы видим, что большое внимание уделяется как благоустройству, видите, города, так содержанию санитарному самих населенных пунктов, как Мозыри, так и районов. Традиционно Мозырский район нас лидирует в этом направлении. Также хотелось бы отметить, что не хуже выглядят и те районы, уже которые мы обследовали. Поэтому по результатам нашей работы будут определены победители в каждой категории. И, безусловно, мы дадим оценку каждому району по выполнению распоряжения и участию в этом мероприятии. На сегодня в области працуют 5 рабочих групп. Их задача – разглядеть працу и дать оценку службам района и города по добропорядкованию дворовых территорий, ремонте улично-дорожной сетки, жилевого фонду и многих инших направках деятельности. Выники масштабной проверки подведут на початку снежня. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Комунальные службы, которые обеспечивают отопление жилевого фонда и администрационных будинков, работают в штатном режиме. Про это сегодня поведомил наместник генерального директора жилево-коммунальной господарки Гомельской области Вячеслав Пархоменко у эфира радиостанции «Гомель плюс». У бягучым годзе отопляльный сезон стартовал крыху ранее, чем у минулым. Неглядяши на это, дякуючы мероприемства, которые проведены у период подрыхтовки, отопляльная система запустилась без сбоев. За довольно высоких для этого часу года температур у дзённый час теплокрыніцы працуюць у режиме пропаливания. Зрэшты, до резкого похолодания коммунальники так само готовые. Неприемных нечаканностей быть не повинно. Имеется необходимая техника. Это касается обработки дорог песчано-соляной смесью. То есть у нас все подготовлено, созданы необходимые запасы. Вот. На случай каких-то внештатных ситуаций аварийные службы тоже также подготовлены, укомплектованы, проведены необходимые проверки, тренировки с персоналом. Одно из наиболее актуальных пытаний, с якими сегодня сутыкаются жыхары Гомельской области, – забеспечение якостной питной водой. Особливо эта проблема тычется сельской мясовости. В вынику засушливого лета вода у значной части колодежев зникла и не заявилась до этого часу. Не всюду отповедают санитарным потребованиям и иснующие водопроводные сетки. Олег Сентюров ознайомился с ситуацией. Шмат такие вязковые колодежи, по сутности, теперь ими уже и не заявляются. Воды у их больше нема. И по великим рахунку, это просто огороженная яма. Хоть и огороджа часто достатково небеспечная. Бадай единый плюс засушливого лета и отсутности воды. Махчимость почистить колодежи практически усеяны были побудованы еще в советские часы и находились на балансе сельских советов. После передачи на баланс коммунальников высветилось разного смети у колодежах столько, что неведомо, как увогуле эту воду уживали вязковцы. Самое проблематичное
отмечено, это то, что чисткой колодцев, можно сказать, раньше, наверное, никто не занимался сильно. И в текущем году, вот и в прошлом году колодцами занимаемся чисткой колодцев. Есть обученные люди, которые опускаются вниз, чистим, доходит до того, что мусора достаем где-то до куба, а то и более. Правда, і без уліку сміття вода у шмат таких колодіжах не вельми доброї якості. Згодно з даними районних санітарних служб, до 30% узятих тут проб не відповідають епідеміологічним потребуванням. Нітрати, нітрити, железо, плюс неприємний пах і смак. Нержава. Вона, в смысле, от наливаєш, вона не ржава, а якщо її подогріти, вона красна кастрюля становиться. Ну, от ржавчини. І випадає осадок, этот, железо, ржавчина. Очень ржавая. Так она же превышает во много раз показатели железа. Это официально даже нам был ответ. Нельзя сказать, что для выправления становища ничего не предпринимается. Причем для того, как гарантовать якость, упор робится на будовництво новых водопроводных сеток. Правда, справа это вельми не танная. По словам коммунальников, замена 1 км водопровода коштует около 400 миллионов рублей. С проектно-сметной документацией удвоя больше. Зразумело, что сродков, как одразу заменить все сетки, у бюджете нема. Але отповедная работа все ж таки ведется. Водопроводные сети, да, тоже старые. Тоже были построены в большей части в 70-е годах прошлого века. И на сегодняшний день изношенность, особенно в сельской местности, где-то 70% уже есть в среднем. Вот. Но новые сети у нас тоже строятся. Вот в той же Жгунабуде были построены 5 километров новых водопроводных сетей. Поэтому работа по улучшению все-таки ведется. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомельським обласним драматичним театрі відбувся творчий вечір Світлани Яфімової, присвячений 20-річчю актерської діяльності артистки. Під час творчої програми «У городі моїм» у виконанні актриси прогучали вірші поета Владимира Ступінського і пісні у жанрі поп-рок з репертуару Жанни Агузарової, групи «Город 312», «Сплін», «Ночні снайпери» і багатьох інших. 20 років тому, маючи музичну едукацію за плячима, Світлана Яфімова марила стати наставником музики або співачкою. Однак льос розпорядився інакш. Вона випадково трапила на прослуховування у Гомельський обласний драматичний театр і з тих часів присвятила своє життя служенню актерській справі. Світлана Яфімова признається, на кожної своєї ролі вона рихтується усібаково і фізично, і морально. Гетай цікавої, а головної любимої праці вона присвячає фактично увесь час. Між тим, сім'я не кривдиться на артистку. Родні і близькі розуміють, театр для Світлани не тільки праця, це нечто більше. Без чого вона вже не уявляє свого життя. На цьому випуск завершений. У студії працювала Маргарита Шубукова. Усього доброго і до зустрічі у ефірі.